Так, друзья, сегодня воскресенье, 24 октября. Вот, и мы готовим несколько блюд. Коронный наш ердинский плов. Будет еще борщ, фольник, салат и дневное мясо. Ну, свинина это для нашего друга Александра. Он все готовится, смотрите, мясо, погода отличная, снег сегодня идет, ветер только. Итак, добавили мясо, уже мясо кушает, вот кнут, и вот наши специи. Сейчас немножечко водички, и он будет томиться, уже на огонь прибавлять не будем. Вот здесь у нас с вами три блюда: картошечка, отбивные и вот горшочечки, капустными сами жаркое. Вот так уходит тандыр, горшочки, жаркое, картошечка и свиные рулечки. Опа, опускаем. Настраиваем. Там уже волна. Все, устроилось. Все, закрываем. Пришла, косточки положил, лисичка пришла. На гусеницах. Завтра попробую на ней прокатиться. А это военный БМП.